В Мытищинской теплосети подвели итоги отопительного сезона. Сегодня, сразу после программы «День», смотрите рубрику «Актуальное интервью». Мы расскажем, как справилось ресурсоснабжающее предприятие с перепадами температур и сильными морозами, и разъясним порядок начисления платежей. Когда у нас идет начало отопительного сезона, или как сейчас на улице тепло, наши платежи, они минимальные, потому что фактически подогревать дома надо по минимуму. А когда на улице идут сильные морозы, дом потребляет больше тепловой энергии, счетчик это все учитывает. Поэтому, конечно, январь-февраль он для наших граждан, так сказать, ударил по кошельку. Вот. Но средний платеж по году за отопление, за горячую воду, он остался не выше, так, если бы наши жители платили по нормативу, а даже и показал общую экономию. Поэтому губернатор Московской области выпустил распоряжение, дал возможность жителям, которые имеют в этом необходимость, обратиться в расчетно-кассовый центр для того, чтобы произвести и обеспечить им рассрочку для оплаты на несколько месяцев. Напомним, рубрика «Актуальное интервью» выйдет в эфир сразу после программы «День».